училище в главу республику Алексея Маратовича прошел на высшем уровне. Я очень радею за его искренность и за его великодушие. Я понимаю, это мой проект в данный момент, о котором врач ведет. Это история наших предков. 100 лет, 100 с лишним лет данными. Поэтому это интересная история наших предков, всех волнует, всем очень нравится. И на сегодняшний день, я считаю, можно вот именно.